профессиональной и деловой реализации. Вероятно, вам предстоит рисковать или как минимум быть более активнее, чем обычно. Усилить бизнес-ресурс можно за счет деловой недвижимости. Продажа, сдача в аренду или переход на более дешевый. Если над вами стоит начальник, то не идите на конфликт. Работа в команде принесет успех. Деньги. Относительно стабильный год. Основные доходы вам обеспечат рекламная, издательская и образовательная деятельность. Успешными также будут строительство, консалтинговая и транспортная сфера. Можно сказать, что кризис для вас практически закончился, и доходы пойдут в рост. Но могут сохраниться проблемы с безналичными деньгами, банковские вклады, финансовые обязательства, ценные бумаги. Но решение этих вопросов, возможно, и очевидно произойдет в марте, мае или октябре. Любовь. Ситуация неустойчива, но несет позитивный характер, особенно если вы хотите ребенка. Благополучный год для семейных представителей вашего знака. Дома вы получите поддержку и моральную, и материальную. Появятся перспективы решения вопросов недвижимости.